Суперечливий розподіл території, незважаючи на те, що профільний парламентський комітет у вівторок погодив збільшення кількості укрупнених районів на Одещині до 7, депутати облради підготували і ухвалили нове звернення до центральної влади. Тепер попередньо йдеться про 10 адміністративно-територіальних одиниць. Наразі в проєкті, що найближчим часом розглядатиме уряд, є Ізмаїльські, Болградські, Білгород-Дністровські, Подільські, Роздільнянські, Березівські райони та округ із центром в Одесі. На думку депутатів, така кількість не сприятиме вирішенню головних проблем регіону. Голова облради Сергій Паращенко нагадав про свою зустріч з парламентарями, на якій минулого тижня обговорювали майбутній розподіл Одеської області на райони. Поки згоди в цьому питанні не дійшли. При этом, если сравнить с другими областями, то в полтора раза Львовская область имеет меньше площадь, чем Одесская область, но тем не менее у нее 7 районов. При этом в Донецкой и Луганской областях по 8 районов создано. Вчера этот вопрос рассматривался на Комитете Верховной Рады. И, увы, остались без внимания десятки тысяч подписей, которые были собраны нашими гражданами в обращении к Комитету министров. Если мы посмотрим на карту нашего региона с новыми районами, то мы можем увидеть, что некоторые центры находятся более чем на 150-километровом расстоянии от районного центра. Это решает какие-то вопросы демографические, логистические, экономические? Нет, не решает. Это решает только один вопрос, как залатать бюджетную дыру в Киеве, которая была создана нынешней властью. Что я хочу сказать? Я хочу сказать, что количество районов в области должно быть увеличено, что реформа должна быть продолжена, и что мы должны обратиться к органам центральной власти, пока это решение еще находится там на обсуждении, оно еще не принято, на него можно и нужно влиять.